Лунки для томатов делаю заранее, чтобы прогрелись. Растения я высаживаю в шахматном порядке на расстоянии 50 см друг от друга. Сначала вношу средство от проволочника, 3 гранулы, а затем добавляю гранулированного навоза, 10 грамм на лунку. Еще у меня есть добавка 33 почвенных микроорганизма. Внесу 1 столовую ложку, пусть поработают. Немного перемешаю грунт и пролью фитоспорином. Рассаду за сутки я обрабатываю эпином и обрываю нижние листья. Высаживаю томаты с наклоном, корнями на юг, присыпаю грунтом и ставлю маркер. Через пару дней они освоятся и поднимутся.